В Жилойском районе широко отметили профессиональный праздник врачей. Система здравоохранения в регионе динамично развивается с каждым годом. В районе с 80-тысячным населением отрасль медицины берет свое начало с 1928 года. На сегодняшний день медицинские услуги населению предоставляет больница на 145 коек, также поликлиники и 6 врачебных амбулаторий в сельских округах. В сфере здравоохранения Жилойского района работают свыше 800 человек. Более 100 из них – врачи, около 450 – среднемедицинские работники. В Доме культуры прошло торжественное собрание. Заместитель акима района Кахарман Багынов поздравил медицинских работников с праздником, вручил благодарственные письма лучшим работникам от имени акима района. Дорогие работники здравоохранения, всех поздравляю с профессиональным праздником. Выражаю вам свою благодарность за ваш доблестный труд, за ваши добрые сердца, за теплое и чуткое отношение к больным. Желаю вам успехов в вашей работе, направленную на формирование здорового образа жизни у населения. Секретарь районного маслихата Мухтар Кенганов вручил награды медицинским работникам. Значительно укрепилась материально-техническая база отрасли здравоохранения в районе. Благодаря этому стало более эффективным лечение больных. В прошлом году в городе Кульсары был открыт центр гемодиализа на 6 койко-мест и нейроинсультное отделение. Выступивший на торжественном мероприятии директор Центральной районной больницы Нурбек Укубаев отметил, что ведется системная работа по охране здоровья населения. Врачам оказывается социальная поддержка со стороны районного акимата. В рамках программы «С дипломом в село» один специалист села Тургызба и 5 из районного центра обеспечены служебным жильем. Коллектив Жилойской районной больницы достиг многих хороших результатов к этому празднику. На сегодняшний день лечебное учреждение оснащено всеми современными видами медицинского оборудования. В Центральной районной больнице на благо населения работает отделение компьютерной томографии, открытые центры гемодиализа и нейроинсультное отделение. По сравнению с 2017 годом, в этом году отмечается улучшение показателей здоровья среди населения, рост демографии. Поздравляю всех с профессиональным праздником. Желаю всем работникам здравоохранения крепкого здоровья, благополучия в семье, успехов в работе. В регионе отмечается дефицит кадров. В этом году заключены договора с 5 выпускниками Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова и одним хирургом о трудовой деятельности в районе. Не остались без внимания ветераны здравоохранения. В канун профессионального праздника прошло праздничное мероприятие на очень хорошем уровне. Я работаю в сфере медицины в течение 40 лет. Выражаю благодарность районному акимату за хорошую оценку нашего труда. Работа сегодняшних специалистов соответствует требованиям времени. Созданы все условия для работы. Всех медицинских работников поздравляю с профессиональным праздником. Пусть их труд всегда будет почитаемым в народе. Торжественное мероприятие продолжилось концертом. Жанат Молдашева, Куандык Канатбаев, служба новостей, Жилойский район.